Ну кто? Я это не пройду. Чуваки, сегодня мы собрались здесь не просто так. Сегодня мы собрались здесь в честь вот, ну, данного события. Доротас сделал игру. Написано, что по мотивам Pavilion 7. Pavot Ale, она называется. Меню уже выглядит так, как будто на него было потрачено больше сил, чем на все предыдущие фан-игры вместе взятые. Ну, сейчас проверим. Погнали. Давным-давно пуготы чатеры правили Пепилендом. Блин, я считаю, тебе надо было своровать Доротас Ост Андертейла. Но однажды Пугот начал строить свою базу и запретил заходить на ее территорию. После продолжительных споров им удалось договориться. А там есть музыка, погодите. Офигеть, она там есть. Однако чатерам все так же запрещалось заходить на саму базу. Много месяцев спустя. Притон 2023. Блин, как хорошо, как хорошо. Легенды гласят, что на базе Пугота есть множество удивительных и ужасных вещей. Я хочу ловить каждую секунду, как бы, контента. Это живой куб, видимо. Легенды гласят, что с базы Пугота еще никто не уходил живым. Кайф, мне нравится. Хорошее начало. Окей. Да, это пахнет как качественная фан-игра. Блин, это выглядит красиво. Блин, это литерали моя база, если вы не понимаете, чуваки. Это она. Видите, это медная штука на полу. Вот эти штуки, которые типа поддерживают потолок. Это буквально моя база. И тут есть шалкер какой-то. В этом шалкере лежат бумаги, на которых нарисованы стороны бедрока. Окей. Ребята, я пробрался на базу Пугота. Он меня точно не убьет. Так, ладно, хороший шалкер. Что здесь? Это блок бедрока. Он выглядит помято и фальшиво, будто сделан из бумаги. Смотрел только по нарезкам. Удачно. Нафига! Жесть, он реалистичен. Это пончик. В этом сундуке лежит один хот-дог. Хот-дог один. Добавлен в инвентарь. Ага. Здесь лежат удобрения. Окей. Этот цветок навеивает не очень приятные воспоминания. Это растение выглядит очень угрожающе. Кажется, его все устраивает. Блин. Короче, вы же выкупаете? Вы осознаете, что это комнаты в натуре из бункера моего на Пепиленде? Это же жесть. Они просто один в один, литерали, ну, они просто. Блин, я думал, он подписан как-нибудь, окей. Ой. Звук моей отрыжки на разговоре. Ну кто? Ну кто? Ну кто? Скажи мне, кто звал тебя сюда? Окей. Реалистично. В этом шалкере много костей. Этот сундук пуст. В этом сундуке лежит мука, яйца, сахар и молоко. Эррор. Блин, точно! Это комната с ошибкой! У меня есть комната с ошибкой на базе! А это была комната с ошибкой! Это intended! Это не баг! Так, вроде она была здесь. Так, ладно. Да, здесь я был. Граффити не подписано. Здесь лежит серьезное обмундирование. Окей. В этом шалкере лежат запасные лампочки. Нифига. На полке лежат несколько желтых лент с изображениями лягушки. Это я, Гнег. На полке много книг, подписанных как Пепиленд. Вы берете одну книгу. Листая книгу, вы случайно попадаете на главу «Потоп». Вы прочитали все, теперь это ваша любимая книга.
На этой вешалке много одинаковых черных пиджаков. Хорошо, реалистично. Это хорошо сделанный черный цилиндр с желтой полоской. Вы решаетесь примерить его. Кажется, он вам не как раз. Нет. Вы решаете оставить его тут. На этой вешалке много одинаковых черных пиджаков. Окей. Блин, это Дорота словами не передать, как это уже хорошо, серьезно. Если дальше в следующей комнате будет просто озон, который типа скажет, что это конец игры, и я думал, что тут что-то будет, то это уже будет золото. Типа я уже буду счастлив. Чувак, это вот сколько? 5 минут геймплея, которые я сейчас имел, это непередаваемый экспириенс, чуваки. В этом сундуке лежит 2 паучьих пончика. Паучий пончик добавлен в инвентарь. О, это опыт с щелями. Не мешай, я тут уже месяц пытаюсь увидеть, почему интерференционная картина каждый раз меняется, и никаких догадок. Он просто поставил меня и ушел, он даже больше не заходил сюда никогда. Тогда зачем я здесь? Я убью тебя, если еще раз попадешься мне на глаза. Блин, ладно. Здесь лежат разрисованные карты. Пустая трата бумаги. Окей. Здесь лежит очень много куриных яиц. Тут лежит один легендарный герой. Легендарный герой добавлен в инвентарь. О! Блин, это очень хорошо, я не знаю. Это гениально. Закрывай Steam, лучше уже не будет. Steam принадлежит... Ой. Мне точно не стоит совать туда пенис, однако... Окей. Этот сундук пуст. В этом шалкере много солов Гудманов. Зачем кто-то хранит их так? О, господи, тут какая-то жесть. Они не открываются. Либо это головоломка, либо надо вернуться назад. Я предупреждал тебя! Кажется, теперь у вас проблемы. Ну что же? А кстати, еще кое-что перед началом. No way, он убрал кнопку пощады. А теперь погнали. А это оригинальный ост или нет? PV good. Осмотреть, рассказать анекдот. Вы рассказали лучший анекдот, который вам приходилось слышать. Это, не лучшая шутка. Там диспенсеры! Что тебе нужно было на моей базе? Вкинуть пасту. Вы прислали уморительную пасту. Кажется, на лице погоды появилась улыбка. Блин, я не пройду это, чуваки. Я это не пройду. Жесть, я задамажил его. Ой. Блин, короче, я сразу минус нашел. Оно спавнится прямо во мне. То есть у меня нет шанса даже уклониться в начале атаки. Что, уже не такой веселый? Вы сели легендарный герой, вы сняли 40 ОЗ. Ай! Блин, это трезубцы! Окей. А потом я тебя еще и забаню.
Висели легендарные герои в стиле 40 ОЗ. Ой! Как же много! О, ладно, это легкая вроде. Ой, ладно, оно задевает потом, когда взрывается. Наверное, надо пробовать атаковать, либо осмотреть. А, ну тут просто это, инфа, где-то скучно. Блин, это очень хорошо, я не знаю. Весели легендарного героя и восстановили. Так, тихо. ВТФ, это яйца! Нормально. Нифига, нормально. Так, это легкая вроде бы. Ай! Накаркал. Блин, я должен прям убить его? Я не хочу убивать Павгуда, он классный. О! Хоткэт. Окей. Без урона. Ты чё, нытик что ли? Ты не заплатил. А это ВС потому, что ты не заплатил 64 аб за вход. О, блин, монстр компьютер, который упал. Что... В случае чего, там есть настройка сложности. Но она недоступна во время битвы. Надо в меню выходить. Ты настолько сомневаешься во мне, Доротос? Серьезно? Ты думаешь, я не смогу убить себя? Я думаю, Обсидиан обязан пройти эту игру без урона. Это смешно. Но у меня нет хилок уже. Ай. Я проиграл. Спасибо за психиатр. Здравствуйте. Я вижу, вы наконец решили бороться со своей второй личностью. Похвально. Но вам все же нужно продолжать пить таблетки и посещать мои терапии. Хорошо, спасибо за 50, психиатр. Спасибо за донат. Обязательно. Не, игра не длинная. Написано было на 20 минут. Попробуй запастить его. Мех, да блин. Это сложная атака, реально. Потому что, короче, в конце... Ну, говно вот это вот происходит. Понимаете, да? Ну, я привык вроде бы к управлению. Тут, в принципе, атаки-то не сложные. Надо просто нажимать нормально на кнопки. Что, уже не такой веселый? 21. Нифига она дамажит. Ой. Ой. Плохо. Яйца. Что-то не так. Ты уже должен был умереть. ВТП. Вторая фаза. Ой, как повезло на этой сейчас. Ой, как повезло. Ой, как повезло. Я все равно сдамажился. Он, блин, он задел меня. Я молился, что он не заденет, а он задел. Ну вот кто так делает. Бусти, спасибо за продление. Походу я понял, как её доджить, офигеть. Ты уже начинаешь меня надоедать.
братан. Ну вот это некрасиво было сейчас. Придется еще раз похилиться. Хотя технически это я на тебя напал, виноват ты. Ей. Как же я не попадаю? Это было очень плохо. Ой! Блин, еще раз хилиться, что ли? Атака лучами — это атака маяками. Жесть в натуре, кстати! Это правда. Блин, я вот не знаю, мне хилиться или нет. Наверное, да. И тут, конечно, говно, просто хилки полные. Ну ничего, после этого уже точно атаковать тебя. На это я никак не задамажусь, я ее выучил. Я выучил мега-страту для победы здесь. Найс. Он реально думает, что пройдет его за стрим. Пять маяки. Ну это жестоко! О, год! Кино спойлер. Его нужно только убить. Окей. Тем лучше. Спасибо за 50, Доротас. Не надо! Братан, ну ты не можешь, ты, ну нет. Да умри ты уже! А, same. Ой. Оуф, от французского яйцо. Что? Это странная фраза. Так, несколько ударов. А! Так, стоп, это легкая, нормально. Ну чуть-чуть! Надо яйца пережить, скорее всего, я выиграл. Яйца! Уф, так нормально. Let's go! Ты добился своего, поздравляю! Минус 10 тысяч реп на Babyland получено. И самое главное, она научила нас любить и не сходить с пути следа за мечтой. А, и еще кое-что. Отдельная благодарность для очень важных людей на стриме. Ой. Ой! Ой! А мне их собирать или убегать? А, ВТФ, вы видите? Они помогут, трикают. ВТФ. Что? А по какому принципу они собраны? Это интеграция или это список? Они радужные некоторые. А, это цвета шляп! Это цвета шляп, скорее всего. Шесть!
без знакомых никнеймов, да. Встал, если что, вам не видно, но я стою. Я хлопаю стоя, ребята. Я хлопаю, не знаю, как вы, но я встал, как бы, прямо сейчас. Я поражен, если честно. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это прям очень хорошо. Я прям массивно обалдел, Доротас. Это нечто. Это другой уровень, мне кажется. Это жесть, как хорошо. Тут есть какой-то используемый контент. Название, графика. А, разные вкладки. Автор Тоби Фокс, Доротас, источник Undertale, PvTale. Тут музыка указана, использованная. Блин, ну на вот неплохая получилась история, я, конечно, умер. Звуковые эффекты, окей. Блин, ой, она закрылась. Это самое приятное удивление этого месяца, наверное, для меня. Можно ли будет в это самому поиграть? Чуваки, вы можете поиграть в нее сами, она доступна на Itch.io уже 10 дней, вы могли поиграть до меня и заспойлерить мне все. Она доступна, вы можете играть сейчас. Блин, а вот этого я не видел, кстати. Это то, что находится в комнате с ошибкой? О, а в этот раз она сработала? Довольно массивный объект, который висит в огромной пустоте. Вы чувствуете, как он тянет вас к себе? Хе-хе-хе. Это похоже на рабочий компьютер. На рабочем столе видно два рядка программ технической направленности. Остальной рабочий стол... У меня же получается... Забить текстовый файл, сравнить анекдот TXT. Игра просто паушка. Тут есть еще несколько картинок. Это фури-арты. Мы уходим отсюда.